Дворец пионеров на улице Батурина наконец дождался ремонта фасада. К началу учебного года учреждение встретит своих воспитанников обновленным. Все элементы фасадного декора, которые на здании остались, будут сохранены, а те, что утрачены, восстановят. В этом году будет также отремонтирована и оранжерея. Зимний сад, где воспитанники учреждения дополнительного образования детей выращивают сотни растений, служит одним из главных украшений Дворца пионеров. На проведение ремонтных работ из городского и областного бюджета выделено 2 300 000 рублей. Дворец преображается. И это позиция нашей администрации, связанная с тем, что, конечно, дети должны заниматься в современных, комфортабельных условиях. Ну и, конечно же, фасад здания имеет историческую ценность, поэтому является украшением нашего города, и поэтому, соответственно, выделены средства для того, чтобы здание и снаружи, и внутри было достойно тех результатов, положительных, замечательных результатов, которые достигаются воспитанниками этого центра.